Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы анонсируем новый проект Prodar Media Equi Management с Витой Козловой. Почему мы решили предложить этот проект вашему вниманию? Ну, казалось бы, о менеджменте написано сотни книг. Этой теме посвящено тысячи курсов и миллионы лекций. К тому же вы можете сказать, что спортивные менеджеры используют те же приемы управления, что и менеджеры банков, производства продуктов питания или фармкомпаний. И будете в целом правы. Но есть некоторые важные особенности спортивной среды, которые являются уникальными с точки зрения управления. Именно с учетом этой специфики мы и будем давать информацию, построенную исключительно на собственном опыте практического управления клубом. Бренду Prodar скоро исполнится 30 лет. Разумеется, в течение этих трех десятилетий мы несколько раз кардинально меняли цели и стратегию развития в зависимости от внешнего и внутреннего контекста. Мы вынуждены были реагировать не только на глобальные тренды конного спорта, но и на социально-экономические, политические и финансовые изменения в нашей стране. Мы прошли огромный путь, набили тысячу шишек, каждый раз получая бесценный опыт. Так родился наш клубный мем про то, что опыт все ж таки можно купить за деньги. Последние 10-15 лет в Prodar Club все чаще обращаются конники из разных регионов с просьбой поделиться опытом в тех или иных аспектах деятельности, и мы всегда идем навстречу, предлагая свои наработки. Но мы понимаем, что отдельные рекомендации не будут суперэффективными, так как вопросы управления конно-спортивными клубами нужно рассматривать комплексно, воспринимая организацию как единую систему. И это еще один аргумент в пользу нашего проекта. Многие знают, что недавно была создана некоммерческая корпоративная организация «Ассоциация конно-спортивных клубов «Люди и лошади». Именно на этой платформе мы и решили поделиться своим практическим опытом. Таким образом, Prodar Club и проект Equi Management с Витой Козловой презентует площадку Ассоциации «Люди и лошади» как место профессионального общения. Я надеюсь, что все больше конно-спортивных клубов будут присоединяться к ассоциации, ведь учиться и развиваться вместе интереснее и эффективнее. Итак, мы предлагаем вашему вниманию 4 тематических цикла. Первая часть называется «Среда». Она обозначена в лого нашего проекта английской буквой «И». В ней мы расскажем о том, чем среда спорта отличается от иной бизнес-среды с точки зрения управления. Рассмотрим ее текущие тренды в контексте работы КСК, обсудим важность целеполагания при выборе стратегии, поделимся опытом построения организационной структуры и, конечно, тем, что именно важно учесть при строительстве и развитии конно-спортивного комплекса. Во второй части нашего проекта, обозначенной в лого буквой Q, мы поговорим о качестве брендирования, маркетинга, товарном портфеле и взаимодействии с поставщиками, клиентоориентированности и сервисе в конно-спортивном клубе и, наконец, устойчивых и уникальных конкурентных преимуществах конного спорта и эффективности их использования. В третьей части, обозначенной буквой «Ю», мы будем говорить о единстве команды и о, пожалуй, главной стержневой основе любой организации, а тем более КСК – корпоративной культуре. И закончим мы проект частью, обозначенной буквой «I», в которой разговор пойдет о внедрении основных инструментов менеджмента, их использовании в практической работе по обучению верховой езде, оказанию услуг по содержанию лошадей и проведению соревнований. Итак, вас ждет увлекательное путешествие в мир конно-спортивного менеджмента в 4 частях. Если вам интересен этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых программах, делитесь видео, чтобы большее количество конников узнавало о проекте и присоединялось к профессиональному общению. А я, Вита Козлова, постараюсь не обмануть ваши ожидания, предложив интересный контент с большим количеством реальных примеров из реального практического опыта управления клубом Prodar. До скорой встречи!